Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Россия выступит в первом полуфинале Евровидения 2020. Как сообщает РИА Новости, это узнали в ходе жеребьевки, которая проходила 28 января в Роттердаме. По информации издания, продюсеры объявят порядковый номер, когда станут известны все песни. Также в первом полуфинале мирового конкурса выступят музыканты из Украины, Белоруссии, Литвы, Румынии, а также Азербайджана, Кипра, Израиля и других стран. Стоит отметить, что Евровидение 2020 будет проходить в концертном зале «Ахой» в Роттердаме 12-16 мая. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей и информации читайте на сайте mymsk.online. До скорого!